правительница Елена и князь Телепнев, 1533-1538 года. Никогда Россия не была в таком ненадежном состоянии, как после смерти Василия IV. Государем ее был трехлетний ребенок, опекунша его и правительницей государства молодая княгиня из семейства Глинских, памятных изменами и непостоянством, правда – в духовной покойного великого князя ей приказано было управлять государством не одной, а с думой боярской, то есть государственным советом, состоявшим из братьев Василием Иоанновича и двадцати знаменитых бояр. Но так приказано было, однако так не исполнялось. Главным боярином в думе, несмотря на многих старых и почтенных князей, был молодой князь. Иван Федорович Телепнев оболенский имевший знатный чин конюшего боярина. Его одного слушалась правительница, ему одному позволяла делать все, что он находил нужным для государства. Такую милость и доверенность Телепнев заслужил не отличными достоинствами, не любовью к, не любовью к Отечеству, не преданностью государю но красивой наружностью своей, привлекательным обращением и искусными ласкательствами и похвалами красоте уму и сердцу молодой княгини. Он умел говорить так приятно, так убедительно, что Елена, слушая его, верила всем словам и в самом деле считала себя прекраснее, умнее и добрее всех государень на свете. Мы обыкновенно любим тех, кто нас хвалит. Или в легкомыслии своем не рассуждаем, что истинные друзья никогда не будут хвалить нас с пристрастием, и что это делают только те люди, которые имеют какую-нибудь нужду в нас. Так было и с великой княгиней. Она не думала, что хитрый Терепнев хвалил ее и угождал всем ее желаниям для собственных выгод. Ему надобно было нравиться ей, чтобы через нее иметь власть над всеми. Желание его исполнилось, и эта власть была так велика, что даже родной дядя Елены, князь Михаил Глинский, был посажен в темницу и вскоре умерщвлен в ней за то только, что осмелился сказать племяннице, как она дурно исполняет обязанности правительницы и матери государя. После такой же Жестокость Елены с ближайшим родственником своим вы можете судить, что было с другими советниками Думы. Они не смели рассуждать сами ни о чем, но должны были только исполнять то, чего желала правительница, а она не имела других желаний, кроме тех, какие приходили в голову молодого князя Терепнева. Так. С самого начала их общего правления ему показался опасным старший дядя маленького государя, князь Юрий Иванович. И по приказанию Елены бедный князь был посажен в темницу и через некоторое время умер в ней от голода. Так потом избалованный любимец начал бояться замыслов меньшего брата его князя Андрея Иоанновича и успел погубить и последнего дядю государева. К супруге и сыну этого несчастного князя представили стражу, а бояр и всех верных слуг его мучили и умерщвляли безо всякой пощады. Детей же боярских, числом около тридцати, которые вздумали было защищать Андрея, повесили как изменников на дороге Новгородской. Бог знает, до чего дошли бы ужасы правления Лены, если бы оно было продолжить дольше но через четыре года она вдруг совсем неожиданно скончалась в совершенном здоровье и еще цветущей молодости. Многие подозревали, что она умерла не своей смертью. Такое подозрение было неудивительно, судя по жестокостям, обыкновенным в то время. Но, не чувствуя никакой любви к Елене, ни бояре, ни народ не отыскивали, не отыскивали злодеев, совершивших это преступление, и даже не показали никакой печали при погребении этой слабой и несчастной государыни. Только маленький великий князь и Телепнев неутешно плакали. Первый лишался матери, последний предчувствовал, что все счастье его безвозвратно исчезнет жизнью Елены.